Сериал «Скорая помощь», шестой сезон, первая и вторая серии. Анонс. Первая и вторая серии выйдут 7 ноября на телеканале НТВ в 20 часов. Первая и вторая серии. К Нине Михайловне домой приходит девушка, очень похожая на Раю. Выясняется, что это сестра-близнец Раи, военный врач Катя, приехавшая познакомиться с сестрой. В детстве Рая и Катя попали в детский дом и были удочерены разными приемными родителями. Катя вместе с Кулыгиным идет на подстанцию, ее появление вызывает шок, особенно у Вити. Арефьева с Рыковым принимают решение обратиться к репродуктологу. У Леры продолжается токсикоз, но она пытается скрывать от Руднева свое состояние. Катя возвращается к себе в Выборг. Костя, сам того не осознавая, по ней скучает. Однажды вместо смены он уезжает в Выборг и приглашает Катю на работу к себе на подстанцию.